Первая глава из книги пророка Амоса. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле во дни Озии, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского, за 2 года перед землетрясением. И сказал он: «Господь возгремит с Сиона и даст глас свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила». Так говорит Господь: «За 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Винидада. И сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен, и держащего скипетр из дома Еденова, и пойдет народ арамейский в плен в Кир, говорит Господь». Так говорит Господь: «За 3 преступления Газы и за 4 не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Едому. И пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее, и истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку мою на Екрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог». Так говорит Господь: «За 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его, потому что они передали всех пленных Едому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира, и пожрет чертоги его». Так говорит Господь: «За 3 преступления Едома и за 4 не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно в гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Фиман, и пожрет чертоги Васора». Так говорит Господь: «За 3 преступления сынов Аммоновых и за 4 не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. И запалю огонь в стенах Раввы, и пожрет чертоги ее среди криков в день брани, с вихрем в день бури. И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь». Глава 2 книги пророка Амоса. Так говорит Господь: «За 3 преступления Моава и за 4 не пощажу его, потому что он пережег кости царя Едомского в известь. И пошлю огонь на Моава, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома с шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среды его и умерщвлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь». Так говорит Господь: «За 3 преступления Иуды и за 4 не пощажу его, потому что отвергли закон Господень и постановлений его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима». Так говорит Господь: «За 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. А я истребил перед лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю амарейскую. Из сынов ваших я избирал в пророки, и из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израиля? Говорит Господь. А вы, Назареев,
поили вином, и пророкам приказывали, говоря: «Не пророчествуйте». Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни. Ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни, и самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь. Глава 3. Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря: «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Лев начал рыкать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской и скажите: соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Посему так, говорит Господь Бог, вот неприятель, и притом вокруг всей земли, он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. Так, говорит Господь, как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф. Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря и падут на землю. И поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут дома с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь. Глава 4 книги пророка Амоса. Слушайте слово это, телицы васанские, которые на горе Самарийской, вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим: «Подавай, и мы будем пить!» Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. И сквозь проломы стен выйдете каждое, как случится, и бросите все убранство чертогов, говорит Господь. Идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши хотя через каждые 3 дня. Приносите в жертву благодарение квасное. Провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них, ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог. Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь, и удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы, проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой, неокропленный дождем, засыхал. И сходились 2-3 города в один город, чтобы напиться воды,
и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посему так поступлю я с тобою, Израиль, и так я поступлю с тобою, и как я поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего, Израиль. Ибо вот Он, который образует горы, и творит ветер, и объявляет человеку намерение его. Утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф, имя Ему. 5 глава книги пророка Амоса. Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Упала, не встает более дева Израилева, повержена на земле своей и некому поднять ее. Ибо так, говорит Господь Бог, город, выступавший тысячью, останется только сотнею, и выступавший сотнею останется с десятком у дома Израилева. Ибо так, говорит Господь дому Израилеву, взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля, и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Взыщите Господа, и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. О вы, которые превращаете суд в отраву и правду повергаете на землю? Кто сотворил семизвездие и Орион и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? Господь — имя Ему. Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите дома из тесных камней, но жить не будете в них, разведете прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло, и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов. Посему так, говорит Господь Бог Саваоф, Вседержитель, на всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать «Увы, увы!» и призовут земледельца сетовать и искусных в плачевных песнях плакать. И во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя, говорит Господь. Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день, Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма,
и нет в нем сияния. Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не призрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображение которой вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь, Бог Саваоф, имя Ему.